В этом видео я хочу рассказать вам про правило 90 на 10. Очень интересная диаграмма, которую я нарисовала, которая, возможно, облегчит ваш путь изучения английского языка. Вы когда-нибудь знали, что любой язык, на котором говорят любые жители любой страны, заключает в себя 90% элементарного уровня? Он заключает в себя 90% всего лишь 2000 слов. То есть, что это значит? Что если мы проанализируем нашу речь за день, за полгода, за 10 лет, за 50 лет, за всю нашу жизнь, то мы увидим, что в 90% случаев мы используем всего лишь 2000 слов. И в 10% случаев мы используем 8000 слов. Вот в этом и кроется секрет, в этом и заключается сложность любого языка. То, что можно выучить простые слова, а как же вкрапить все остальные, а есть еще за пределами много очень интересных слов и полезных. Поэтому здесь важно понимать, что да, вот этот уровень непростой, вы его можете заточить и выучить. И дальше нужно постепенно, градуированно, максимально эффективно учить все остальные уровни. Поэтому не отчаивайтесь, не опускайте руки, когда вам кажется, ох, как это сложно. Это нормально. Просто скажите себе, дайте себе обещание. Я зачастую даже предлагаю студенту дать себе обещание, не нам. Дать себе обещание, что я 2-3 года уделю английскому языку. Честно, прилежно буду изучать английский язык, и вы увидите эффект и результат. Но, например, в нашей школе вы уже говорите на первых занятиях, вы уже говорите за месяц, за два прекрасно, это вам позволит уже за границей правильно, красиво изъяснять свои мысли. Поэтому держите в уме эту диаграммку и держите в уме нашу с вами цель. 10 тысяч слов, автоматическое владение и вся самая интересная и полезная грамматика.